ситуации с распространением COVID-19. За прошедшие сутки этот диагноз подтвердился еще у 237 жителей региона. И это новый антирекорд с начала пандемии. Выздоровевших почти в 10 раз меньше. За минувшие сутки закрыли больничные только 27 пациентов. В результате всего в Пензенской области выявлено чуть менее 53,5 тысяч заболевших. Количество тех, кто поборол недуг, порядка 46 тысяч человек. Специалисты напоминают о необходимости соблюдать правила противоэпидемической безопасности. С целью сдержать рост числа инфицированных в местах массового скопления людей проводятся рейды. Только накануне проверяющие посетили более 300 объектов торговли и общественного питания и составили 166 протоколов за нарушение масочного режима. Это грозит гражданам штрафом в размере от 1 до 30 тысяч рублей.